Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы завершаем прохождение игры «Когда соседки полный гламур». И я уж этому рад, потому что эта игра, к сожалению, мне реально не нравится. Честно говоря, она мне не нравится даже больше, чем «Когда соседы 3». Короче, кино важнейшее из искусств, особенно для Ксюши, для нее единственное оно понятное. Пока Ксюша готовится к культурному досугу, Митяй помогает своей вечерней соседке успеть собрать вещички, навести красоту. Лак для волос легко вспыхивает при соприкосновении с икрой. Икрой. Осталось два уровня, короче, и мы, пожалуй, начинаем. Ждем загрузку. Ну, давай, я жду. Ну, долго ждать еще, алё? Ну? Сколько можно ждать? Давайте быстрее. Давайте быстрее, я уже хочу скорее закончить эту игру. Ну, другой, наконец-то. Короче, на этом уровне я остановился, когда сам играл. И дальше не прошел. Так, лак для волос. Ага. Ой, вылези в окно. Так, ну. Давайте наверх попробуем пойти. Какую бы нам следующую игру поиграть после «Когда соседку»? Вообще, я бы очень был бы рад пройти этот. «Когда соседа 5 из России с любовью», но я не могу. Просто не могу, потому что она на загрузке зависает у меня. И это, кстати, не только у меня такая проблема, да? Проблема довольно массовая, но так и никто не смог найти способы ее решить. На более старых системах работает лучше, а у меня десятка, на ней виснет почти все время. Так, идем вниз. Посмотрим, что здесь у нас. Собственно, ароматизатор у нас какой-то здесь. Что с ним можно сделать? Так, ну-ка, так. Так, опа, хорошо. Ну, давайте на кухню сходим, что ли. Что это такое? Пьезозажигалка. Мгновенно воспламеняет газ и другие предметы. Значит, его нужно применить на лак для волос. Тем более, на это намекает нам подсказка. Перед уровнем. В описании уровня. Так, это мы сделали. Теперь что нам надо сделать? С машиной что-то, наверное, надо. В чашку что-то было, наверное, надо сделать. Но ничего, еще сделаем. Так, презерватив. Господи ты, боже мой. Что это происходит? Тряпка. Может, утюг? Видимо, не... Ого, ничего себе. Но, видимо, не утюг все-таки.
Вот. Вот эту фигню надо. О, тут еще какая-то фигня. А что она не берется? А, вот. Берется. А куда же утюг-то надо? Не понял ничего, если честно, но да ладно. Вытяжка. Так, ну и это куда? Так. Так, ну, на кухню, возможно, я полагаю, надо это. Потому что чашечка там еще у нас осталась. Не допускаете попадания на слизистую оболочку. Может быть, она есть там? Упадет сейчас утюг. Да, для женщины это довольно жестко. У нее там след не остался на голове, как это было у одного из бандитов в фильме «Один дома» первой части. Вот так лицо. Просто кайф какой-то был. Так, ну и заключительная вещь. Это вот эта вот чашечка с машинным маслом или что там так было. Не помню нифига, но в общем смотрим. Интересно, зачем ей вот это вот окно и шторка, если там ничего нету? Тут хотели окно сделать, но не сделали, что ли? Долго празднуешь победу, давай быстрее. Ну вот. Последний уровень. Ксюша все достала, она уезжает из этого проклятого дома. В отпуск. К морю. Подальше от неуловимого вредителя. Что же Митяй готов превратить приятные сборы в настоящую пытку? Мусор в гараже – источник для самых неожиданных полезных вещей. Сейчас посмотрим. И Колян здесь, конечно же. Так, ну. Перец. Шкафчик посмотреть надо. С
салфетки для лица, щеточка для макияжа, шкафчик. Зачем ты два раза-то достал? Ой, а зачем туда полез? Стой! Слезь с балкона. Так, салфетки для лица. Применили. На балкон. Ага. Так, подождем сначала. Сейчас уходить точно нельзя. Грузит вещи в свой мегаавтомобиль. Стой, куда пошел ты? Так, пора, наверное, вниз. Пружина. Я даже помню, куда ее надо. Прохождение просто смотрел. По-моему, на багажник надо ее. Так, наверх. Ну, красота. Почему нет-то? С костюмом сочетается вроде.
Где Митяй-то? Туда давай иди. Так, туда, за стойку за эту. Даже никакого эффекта не будет. Просто у нас киновентилятор и все, что ли? Не так прикольно это. Ой. Чуть не разбудил пса, блин. Короче, он просит, она просит его на помощь прийти, помогать собираться. Фотографии Ксюши. Фото со Стеллой. Ага, у него любовница есть, короче. Какая несчастливица для Ксюши-то будет, когда узнает. Ох, нифига себе, что-то я не думал, что так оно сработает. Ну давай, камеру мне дай. Дайте мне камеру. Куда она пойдет? Тьфу ты, я опоздал. Придется в другой раз. Я помню, надо фотографии вот эти сюда положить, но я чувствую, не успею сделать это уже. Если они сейчас уедут, то я проиграл или нет? Надеюсь, нет. Ох, красивые фотки, да. Ничего не скажешь. Не-не-не-не, не пойдет еще никуда. Слава богу. У нас есть шанс еще. Не, надо вернуться. Слезть с балкона. И поскорее. Так, надо сделать это как можно скорее.
Я не помню, надо тут цыпочки использовать или нет, на всякий случай рисковать не буду. Фото со Стеллой. Применяем скорее. Все, сейчас денек точно навсегда будет испорчен. Ну не навсегда, я имею в виду. Сейчас день точно будет испорчен. На очень долгое время. Так, Леха мне тут что-то написал. Ну-ка, ответим. Вернее, посмотрим. О, вот другой костюм, все. Сейчас точно пипец будет. Так и не закрывается багажник. Так, ну и сейчас будет самый этот пик. Это кто такая еще, ё-моё? Это еще кто такая, блин? Он мне что, еще изменяет? О, какой удар в сердце. О. Ну что? А ну говори, мразь, это еще кто такая, блин? Что это за проститутка, мать твою? Да блин, я так прокололся, ну чё? Откуда ты вот где-то все взяла? Это вообще не... Пошел нахер отсюда, всё! Одна поеду в отпуск. Всё. Ушел, короче, он к Стелле. И с ней полетел куда-то. А она, короче... В гневе собирает свои вещи и к чертовой матери уезжает нафиг из этого района. Ну что, прошли мы с вами, когда соседку полный гламур, игрушка, ну я даже не знаю, плюс-минус не более того, могу я ей поставить. Так-то вроде бы в ней что-то есть, вроде выглядит не так уж и плохо, но... Я больше в ней минусов нашел, чем плюсов. Мне не понравилось. Фигня какая-то, если честно. Идут титры, без музычки причем еще. Ладно, на сегодня все. С вас и гос подписоса, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.